Почти 70% от общего числа пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем, утверждают специалисты. Чаще всего возгорание происходит из-за аварийного режима работы электрического оборудования и сетей, а также неправильной эксплуатации печного оборудования. На сегодняшний день на территории городского округа Самара произошло 272 пожара. Погибло 11 человек, пострадало 12, это с начала года. Львиная доля этих пожаров приходится на частный сектор. Вот. И связано оно как раз это с неосторожным обращением с огнем, это разведение открытого огня, либо неправильная эксплуатация электронагревательных и электрооборудования. В ходе рейдов специалисты обращают внимание на состояние электропроводки и безопасную эксплуатацию оборудования. Рассказывают, чем может грозить перегрузка электросетей и что может произойти, если своевременно не заменить уже ветхую электропроводку. Жителям вручают памятки по соблюдению мер противопожарной безопасности с подробным описанием действий в случае возгорания и номерами экстренных служб. Рейды в частном жилом секторе сотрудники МЧС проводят регулярно. К проверкам люди обычно готовы и относятся к ним с пониманием. В принципе, ничего нового, потому что мы все это знаем уже. Так как мы здесь живем, опасаемся очень пожаров, сами все это видели своими глазами. Это очень страшно, поэтому стараемся все меры соблюдать. В прошлом году сотрудники МЧС провели более 1000 подобных рейдов на территории региона. Особое внимание уделили частным домам с печным отоплением. Важно, что сотрудники МЧС проводят эти проверки. У меня все исправно. Пожар не случится. Ольга Павлова, Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.